Оказывает ли влияние на количество просмотров видеоролика название исходного файла при загрузке на YouTube? Да, разумеется. Название исходного файла – один из важных факторов оптимизации. Исходный файл на компьютере должен называться так же, как на канале, или близко к этому. Ролик «Какая я красивая» на компьютере должен называться так же, а не набор букв, цифр. Делается это просто, достаточно переименовать файл перед заливкой на YouTube. По поводу изображения своей картинки на ролик, то ее обязательно стоит использовать. Называйте изображение правильно так же, как видео.